Так, сегодня у нас интервью с малюткой, первоклассницей Аминат. Семилетняя. Семь лет. Аминат, ну посмотри в камеру. Аминат. Тебе пару вопросов, Алин, задаст. Да, я тебе пару, давай я тебе пару вопросов задам. Какая тебе страна нравится больше всего? Швейцария. Швейцария, почему? Потому что там... На, Алима, смотри. Что в Швейцарии хорошего, ты можешь сказать? Ты была там? Нет. Хочешь там побывать, да? Да. А что там хорошего, как ты думаешь? Почему Швейцария? Подумай хорошо, на Алима посмотри, ответь. Не надо стесняться, Аминат. Вот где, так... где ты слышала про Швейцарию? О, телевизор или в интернете? Где? Аминат. Вспоминаю я. Пусть вспоминает. Я вспоминаю. Ты на Алима смотри, её когда у тебя интервью берут. Послушай, тебе уже 7 лет, ты уже взрослая, у тебя интервью берут. Послушай, там... Швейцария почему тебе нравится? Еще Японию ты забыла сказать, которая тебе нравится. Что Швейцарии, Аминат? Ну там... Ну что это, Аминат, зависла или что у тебя? Я вспоминаю! Это то, что да... первый раз у нее как... вот ты как бы... Растерялась. Да, она растерялась. Вот какие, растерялась. Какие города знаешь в Швейцарии? Ну, Швейцария, вот она города. Я ну, что тебе там нравится? Вот. Давай, Женева, Берн, Цюрих, да. Люцерн, вот, Нойшатель. Вот там белочки подходят. Белочки это в Нью-Йорке сами подходят к тебе и разговаривают. Нет, общаются вот так, трогают. Ну да. Хорошо, Япония тебе нравится еще? Да. Почему? Потому что там красивые деревья, там... Сакура, да? А сам японцы народ сильный, да? Они красивые. А, японцы, да, красивые. Там все интересное, там еда интересная. Еда там, интересная. Там очень развито все, да? Там большая развитость, так получается? Алин, про машины спроси, которые нравятся. Машины, вот папа машины говорит. Машины мне нравятся. BMW. Так. А самое любимое называй. Порше. Ламба. А ты вспомни, как, почему Порше тебе Lamba. Нравится больше всего, почему? Вспомни, потому почему. Потому что она очень быстрая, красивая, там салон да. красивый. Да, вот всегда ты просишь, мы проходим, там Порше если видим, ты сразу начинаешь в салон заглядывать. Даже ты, тебе салон нравится больше всего? Да. Когда вырастешь, какая машина у тебя будет? Какую хочешь ты Porsche машину? Хочу. Порше. Так, когда вырастешь, кем хочешь стать? Это трудно будет. Мечта сбывается. Самая главная мечта у нее, это именно где жить, допустим, в Швейцарии условной, да? Ага. Ездить и на Porsche, Porsche ездить, да. А вот кем быть, трудно сказать. Она просто много денег любит, да, Аминат? Денежки. Ты же много денег любишь, если честно. Она когда видит, вот на видео, знаешь, смотри на Алима, Аминат, ну пожалуйста. Она когда видит Алим, этот, на видео. Пачку денег. Да, на видео пятитысячные пачками. Она, глаза блестят. Она потом в себя не может прийти целых 5 минут. Смотри, 7 лет уже любит, чтобы много денег было. Да, она стесняется. Аминат, а какой у тебя предмет любимый в школе? Какой? Русский язык. Русский язык? Да. Может, стишок какой-нибудь расскажешь? А, и физру еще любит. Да, и, кстати, физру у нее любит, потому что там весело. Ну, сейчас им оценки не ставят, по-моему, да? В первом классе. Ставят, у меня ставят, у них, знаешь, какие оценки они ставят? 10 пятерок у тебя. Да. Знаешь, какие, вот, вот печать, как печать, не 4, не 5, а у них пятерка, это смайлик улыбающийся, представляешь, у них пятерка. Если грустный смайлик, если грустный смайлик, значит тройка, короче. В общем, чтобы психику, наверное, детскую не травмировать двойками, да? Не типа того, видимо. Настоящие пятерки ставят по рисовашке. Понятно. Хорошо, Аминат. В общем, расти на радость своим родителям. Не болей. Хорошо учись. От себя хоть что-нибудь добавить? Амина, там тебя будут многие смотреть. Какие ты пожелания можешь сказать подписчикам Алима? Пожелания. Я... Убери это, Амина. Ты уже 7 лет, ты взрослая. Покажи свои колечки и татуировки там у тебя. Да, покажи, что это. Что это за этот у тебя? Вот это вот что там, скелет? Колечко покажи такое? Ближе, Алим пока. Ого, нормально. Так, а к нашим подписчикам, вот что ты хочешь сказать, обратиться? Посмотри на Алима, вот которые его подписчики, которые его всегда смотрят, что ты бы им могла сказать? Ну, что-нибудь скажешь им? Ну, да. Какие давай. Пожелания? Да. Я умею.
Да при чем, если ты умеешь, родная? Соберись с мыслями. Я умею плести красиво. А, вот смотри, Алим, она плетет браслетики, плетет и по 100 рублей продает. Пусть твои подписчики, кто хотят, заказывают, она заказ, будет плести, да, по 100 рублей да, продает. Да, да, очень да, красивым. Да. Вот это ты хочешь подписчикам обратиться, да, обращение? Угу. Хорошо, еле-еле мы из тебя выдавили, чтобы ты поговорил. Ну все, давай. Помаши рукой всем, Аминат. Пока-пока.